Всем привет, с вами Евгений, mobiltelephone.ru и обзор игровых возможностей смартфона HTC 10. Если вы следили за нашим каналом, то примерно знаете, чего ожидать от чипсета Snapdragon 820. Это крутой процессор, который обеспечивает хорошее значение FPS в большинстве тайтлов. Но не все так просто. Чип сам по себе не выступает гарантией высокого быстродействия. Так, у Xiaomi Mi 5 FPS в играх существенно ниже, чем у Sony Xperia X Performance. А HTC 10, вы скоро это увидите, вообще неприятно поразил сильным тротлингом и заметными просадками. Разумеется, лаги можно списать на разрешение 2К, однако компания предусмотрительно реализовала утилиту Boost Plus, позволяющую понижать разрешение до 1080p. Мне бы очень хотелось сказать, что это помогает, но врать не буду, не помогает. Перед вашими глазами показатели из бенчмарков. Все обычно, разве что в AnTuTu тест UX почему-то отмечен красным. После установки обновления телефон сбрасывался, неоднократно перезапускался, но не помогло. Игры будут демонстрироваться в двух режимах, как есть, и с оптимизацией через Boost Plus.
Ну что ж, из 13 протестированных игр Boost Plus помог лишь в трех случаях: Assassin's Creed Identity, Dead Trigger 2 и Unkilled. В одном случае игрушка через Boost Plus стала неиграбельной — Titan Quest. В нее нельзя начать играть из-за проблемы масштабирования. В 9 оставшихся играх толку нет по двум причинам. Первая — начинки и так хватает, чтобы вытянуть некоторые игры в 2К. Вторая — многие игрушки по умолчанию идут в Full HD или даже ниже, то есть понижение разрешения с 2К как такового не происходит. Но даже в играх, где Boost Plus сработал, FPS все равно ниже, чем у Xiaomi Mi 5, Sony Xperia X Performance и OnePlus 3. И не всегда значение кадров в секунду у HTC 10 комфортное. Причины банальны: перегрев и, как следствие, сильный тротлинг. Я думал и втайне надеялся, что HTC учла ошибки своих прошлых флагманов, но, как оказалось, нет. И даже высокопроизводительный режим, который активируется в разделе для разработчиков, не является панацеей, так как лагает и с ним. Температура по датчику батареи временами предательски подкрадывается к 50 градусам, то есть имеет место сильнейший нагрев, в связи с чем процессор волей-неволей скидывает частоты. И если вы считаете, что разогретая металлическая крышка вызывает приятные тактильные ощущения, то вы ошибаетесь, либо очень большой фанат HTC. Вообще, по быстродействию HTC 10 напомнил модели со Snapdragon 810. Вроде бы не провальная печалька, играть можно, но и радоваться особо нечему. Как говорится, не все смартфоны со Snapdragon 820 одинаково полезны. В полном обзоре HTC 10 мы обсудим еще один спорный момент — камеру. А также поговорим о дизайне, экране, звуке и софте. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Жмите лайк и до скорых встреч. С вами был Евгений, мой был телефон. .ru